Привет, друзья! Вот за что я люблю свою работу, это за то, что она продолжает меня удивлять. Сегодня я покажу видео от моего заказчика из Британии. Это первое, кстати, видео из Британии с абсолютно оригинальными воротами. Я уверен, вы такого еще не видели. Давайте смотреть. Итак, вы видите ворота от моего заказчика Ли из Британии. Он сделал заказ на eBay. Ворота полностью из алюминия, из алюминиевого профиля. И посмотрите, как они реализованы. Я такого никогда не встречал, никогда не видел. Это что-то невероятное. Оно ломает мозг реально. Это совершенно оригинальные складные ворота, типа гармошка-книжка. Здесь установлен механизм BFG5080. Вот как раз на вот этой панели, где... Вот сейчас приближает зум. Видите, вон механизм видно. И на панели сделан адрес дома и установлен механизм и телескопический привод. Совершенно оригинальное решение. И обратите внимание на вот этот ролик внизу. Иногда вот его ставят заказчики на больших широких воротах, когда профиль был сделан немножко тоньше, чем нужно. То есть здесь проем больше 3 метров. Это были бы ворота, если бы на две стороны, 6-метровые. А поскольку профиль был использован 40 на 40, он немножечко слабоват для такой ширины ворот. И пришлось поставить ролик внизу. Вообще, если вы испытываете трудности с проектированием ворот, вы можете обратиться ко мне. Мой канал работает как конструкторское ателье. Я с удовольствием помогу реализовать вам ваш проект. Вот здесь посмотрите как раз обращение от моих заказчиков. Посмотрите вот примеры ворот, которые я делал. Здесь я смогу вам просчитать профиль, который вам нужно взять для изготовления ваших ворот. А также как установить механизм, какой именно механизм вам подойдет. Линейка механизмов большая. Переходите в мое приложение, на мой сайт. По ссылочке внизу под видео, либо по QR-коду. Либо смотрите видео, соответствующее на моем канале в YouTube. Большое спасибо за просмотры, большое спасибо за вашу активность. Не жалейте лайки. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это поможет расширить мою аудиторию. Всем удачи, спасибо.